Одна из таких прошла в гимназии Эврика. Ученикам рассказали об опасной болезни, группах риска и о том, как в них не попасть. Самое эффективное средство не только от инсульта, но и от многих других болезней – это профилактика. Для того, чтобы не стать жертвой заболевания, необходимо отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и, самое главное, правильно питаться. Детей надо кормить полноценными продуктами питания. В силу того, что ребенок растет и развивается, необходимы животные жиры, животные белки. В силу того, что идет нагрузка умственная и физическая, углеводы. Выбирать натуральные продукты, фрукты, овощи. То есть, если это молочные продукты, то стараться детям давать все-таки менее калорийные, менее обезжиренные продукты. Обязательно нужно давать мясо, говяжье, телячье, имеющее белковый состав, но обезжиренное. Куры, рыба. Рыба – основной продукт в детском возрасте питания, потому что там фосфор для мозговой деятельности. Жиры заменять, конечно, растительного происхождения, те же орехи. Гимназисты с интересом слушали лекцию и задавали вопросы. И, как признаются сами, теперь они точно знают, что нужно делать, чтобы не заболеть. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ну, питаться, то есть белок, овощи, фрукты. Мясо. Ну и не есть там такие употреблять ни пепси, ни колу, ничего.